Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Блогер Саратов. Да, давно не было роликов. Вы успели наверняка соскучиться. Спасибо всем тем людям, которые смотрят, не отписываются, а наоборот, если даже кто-то подписался, всем добро пожаловать на мой канал. И сегодня, как вы поняли, мы будем делать обзор на продукцию Burger King, а точнее, это шведский бургер. Он является новинкой. Ну, мне стало интересно, что нового могли предложить Burger King. Давайте посмотрим. Ну вот и сам бургер. Упакован он в обычную бумагу, без коробки, с клюквенным соусом, прошу заметить. Достоин звания высокой кухни, сочный говяжий бифштекс, расплавленный сыр чеддер, маринованные огурчики, хрустящий лук и листья салата заправляются сырным соусом и пряным клюквенным соусом из натуральных ягод. Продается на нежной картофельной булочке. Это, кстати, довольно неожиданно, что булочка в бургере не такая, как в опере, да, она картофельная. Итак, открываем крышку, капот, так сказать. Что мы здесь видим? Во-первых, это листья салата, под ними идет соус. Если честно, не очень понятно, что за соус. Он белого цвета, напоминает майонез. Тут один ломтик помидора мы можем замечать. Вот это жареный лук. Кстати, очень прикольно, мне нравится жареный лук в бургерах, хрустящий. Тут идет котлета белая. Я не понимаю, что это за белая котлета. Наверное, это курица. Что-то очень странно на самом деле, ребят, почему курица? Блин, мне вообще дали не шведский. Вот вам, короче, и обзор получился. Я в шоке. Как это так? У меня есть даже чек. Нифига себе, вот это эксклюзив. Эксклюзивные кадры. Шведский бургер написано. Ну, во-первых, я тут не вижу сыра, который должен быть. Я тут вижу котлету. Да, это куриная котлета. Блин, как это так? Меня что, надурили, что ли? Ну реально, я вот это прямой эфир, грубо говоря, я даже не ожидал. Дела не очень. Я хотел сделать обзор на новинку, на шведский бургер, а получил в итоге какой-то другой бургер. Даже не знаю какой. Сейчас попробую найти его. Ну что сказать, да, я нашел этот бургер, который мне дали вместо шведского. Это чикен филе. Попробуй новинку. Впервые 100% цельная куриная грудка в хрустящей панировке в изумительном сочетании со свежими овощами и майонезом. Да. Окей, ребят, будем делать обзор на чикен филе. Но я возмущен, очень возмущен. Могу чек показать, да. Тут написано «Шведский бургер» в чеке, 209 рублей. Ну, я еще картошку фри брал, которую уже съел с сырным соусом. Еще одна немаловажная деталь. Шведский бургер стоит 209 рублей, а мне дали чикен филе, который стоит 140 рублей, написано. Ну, вот в приложении я смотрю. Я это все брал по бонусам «Спасибо». Вот даже в чеке у меня написано, что у меня мой заказ вышел на 1 рубль. Я не особо в этом плане расстроен, но если бы я платил не бонусами, то я бы, конечно, еще больше был разочарован. Итак, наш шведский бургер превращается в чикен-филе за 140 рублей. Ну, погнали. Итак, бургер чикен-филе. Как я уже до этого и сказал, тут майонез, листья салата, один ломтик помидора. Вот этот ингредиент
очень похож на жареный лук. Ну, это он и есть, хрустящий. Ну и, соответственно, куриная котлета. А, филе куриное, как я понял. Низ булочки, ну, не промазан. Пахнет довольно вкусно. Акцент тут идет сразу на жареный лук. Ну, оно и понятно. Он перебивает все запахи. Кстати, я вот так, блин, я вообще не понимаю, что произошло. Потому что чикен филе в обычной булке. А тут, ну, наполнение чикен филе. А у чикен филе обычная булка с кунжутом. Ну вот, да, видите, что обычная булка с кунжутом. А теперь открываем шведский бургер. Вот, шведский бургер как выглядит. Короче, мне сделали микс какой-то из бургеров. Почему-то булочка картофельная, наполнение чикен филе. Очень странно. Первый раз сталкиваюсь с таким. Я сегодня буду дегустировать шведский чикен филе. Ну, чувствуется майонез, чувствуется вот этот вот жареный лук. Мне кажется, его насыпали в таком обильном количестве, не пожалели. Всегда так делают или только меня обделили еще раз. Вот этот вкус жареного лука, он перебивает практически все. Булочка такая мягкая, вкусная. Бургеры из курицы мне, если честно, не очень заходит. Но это такой как бы бургер для девчонок, которые соблюдают форму, но очень хотят поесть бургер. Не хватает, да, каких-то вкусовых еще качеств. Может быть, мелко нарубленные соленые огурчики были бы в тему, мне кажется. Побольше соуса, сыра. Сыра тоже здесь нет. Но он такой, я говорю, диетический бургер для девушек. Но я хотел настоящей говяжьей котлетки с брусничным соусом. Не вышло. Напишите в комментариях, вообще вот кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? И как вы себя вели в этих ситуациях? Что делали? Что сказать о бургере, который только что я съел? Ну давайте его будем, ладно, считать за чикен филе. Довольно суховатый. Такой постный бургер с куриным филе. Куриное филе мягкое, хорошее, суховатое. Соуса мало. Я бы добавил бы еще каких-то ингредиентов для, так сказать, более взрывного вкуса. Ну прям слишком простенький. Ну и стоимость его недорогая относительно, 140 рублей. Но если бы даже у меня стал вариант выбрать между обычным гамбургером или чизбургером и чикен филе, я бы выбрал, наверное, гамбургер либо чизбургер. За сам бургер из 5 баллов я, наверное, поставлю 3. По сытности из 5 баллов, наверное, тоже троечка. Вот, что еще? По обслуживанию и то, что меня обманули, я поставлю кол, единицу. Ну, потому что так нельзя делать. Я вот реально сейчас хотел сделать обзор на шведский бургер, а из этого непонятно, что получилось. В общем, что хотел сказать напоследок. Будьте внимательны, проверяйте то, что вам дают. Это я вот доверился, взял, не посмотрел, а пришел, и оказалось не очень круто. Поэтому будьте внимательны, уважайте себя, уважайте людей, которые вокруг вас. Всем хорошего настроения, подписывайтесь на мой канал. Все, всем пока.